Анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Преступники». Премьера нового сериала стартует уже осенью 2022 года на турецком телевидении. Сериал «Преступники» рассказывает о эксперименте Розенхана, проведенном в психиатрических больницах США в 1969 году, и о событиях, которые начались в наши дни, когда психиатр решил повторить эксперимент в Турции, адаптированный из реального события. Сериал отличается сильным актерским составом. Главный вывод американского эксперимента – врачи не могут выявить психически больных пациентов и отличить больных людей от симулянтов, а также ставить диагнозы здоровым людям. Главную роль в сериале исполнили Хаял Кёсеоглу, Гюркем Касал, Реза Коджаоглу, Егид Осшенер, Эсра Безен Белгин и другие. Напомним, премьера нового сериала состоится уже осенью на турецком телевидении. Если вам нравятся турецкие сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки!